Всем привет, мои дорогие друзья и гости моего канала. Вы на семейном творческом канале Мисс Али, с вами Лёля Рукодельница. И сегодня, в этот прекрасный день 8 марта, я хочу поздравить всех девчонок с этим прекрасным праздником. 8 марта – это, наверное, самый красивый, самый нежный праздник в году. Все идут с цветами, девчонки улыбаются. Ну и в преддверии весны как-то даже настроение улучшается. С Международным женским днем улыбок, искренних признаний. Пусть в вас любовь горит огнем и минет бремя расставаний. Здоровье пусть цветет в груди, пусть яростно трепещет сердце. Пусть солнце плещется в пути, помогает вам согреться. Пускай года отпустят в раз, пускай уйдет из ног усталость. Пора мечтать пришла сейчас. Всем вам весна заулыбалась. В женский день, весенний час, я хочу поздравить вас. Пусть завидуют все звезды блеску ваших ярких глаз. Пусть цветут для вас цветы, пусть сбываются мечты, пусть в душе любовь и страсть. С женским днем, с весной у вас. Дорогие мои девчонки, мамы, бабушки, сестры, маленькие девочки, я хочу всех поздравить с 8 марта, с женским нас днем. Мир начинает просыпаться, пробуждаться, хотя у нас за окном вчера мела метель. Так что хочу поздравить еще раз нас всех девчонок с 8 марта. И самое главное, пожелать нам всем крепкого здоровья. Такое быстренькое, коротенькое видео сняла для вас поздравления, девчоночки. Хорошего вам настроения, побольше улыбок, тепла, любви и простого женского счастья. Всем пока-пока, до новых встреч!